Для украинцев скажу, ездил на Донбасс, езжу на Донбасс и буду ездить на Донбасс. Прямо на линию боевого соприкосновения, чтобы видеть своими глазами, что происходит, и чтобы ребятам помогать. Если Зеленский хочет там со мной встретиться, ему никто не помешает. Можем даже провести дуэль. Хотя уровень его достоинства и благородства вызывает большие сомнения. Так что гонять его буду, как в таких случаях принято, палкой, как грязного, шелудивого нацистского пса. Палкой, как грязного, шелудивого нацистского пса.